По-моему, возьмите стул. Или там есть, да? Есть. Вот. Вот. Поэтому, когда народ начал активно прятаться, пришлось, значит, на гулянках кто-нибудь скажет, вот давайте песню споем. Какую? А вот давайте такую. Ну, запевайте. Да мы что-то первый куплет не помним, а второй забыли. Приходится, значит, запевать. Значит, первый запеваешь, народ вроде подхватывает, вроде потом замолкаешь, они и второй-то не помнят. А третий это уж подобно. А четвертый не знали, что этой песни есть. Вот. Поэтому, значит, приходилось песни выучить, и, значит, и уже начинаешь петь. Петь начинаешь, значит, ну и полегоньку поешь, вроде так, чтобы, значит, не это. А бывает, что еще, значит, начинаю петь, да слова-то другие поют под эту песню-то. Вот, значит, ну и вот вроде им свой-то вариант предлагаешь, а они еще смотрят на тебя так, ты что поешь? Вот, поэтому, вот, а потом эти исчезли. И получается так, что стали на гулянках подходить и говорить, а гармонист, ну вроде он, ага, значит, давай сыграй песню, чтобы все знали. Вот я сейчас даже вот Google появился, он вообще все знает, нету такой песни. Я забивал, песня, чтобы все знали, нет, вот, а с меня требовали всю жизнь, сыграй, чтобы все знали. Вот. Как на одной гулянке. А вот извините, а вот можно водички? Ага, какой-нибудь. Вот. Тепленькое, голодное. Мы по времени, да что? Сядь, могу. Хорошо.